Харе Кришна. Джая Радха Мадхава Кунджа Бихари. Джая Радха Мадхава Кунджа Бихари. Gopi jana balaba girivara dhari Gopi jana balaba girivara dhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagana, Jaya Jagana, Jaya Balade, Jaya Subhadra. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada ki jaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагаватам. Песня 4 глава, 18, текст 14. Глава называется «Притху Махараджа доит землю». Ришайо дудухур девин. Ришайо дудухур девин. Индриешу адха саттама. Индриешу адха саттама. Ватсам брихаспатим критва. Ватсам брихаспатим критва. Паясчанда майам шучи. Паясчанда майам шучи. Ришайо дудухур девин. Индриеш адха саттама. Ватсам брихаспатим критва. Паясчханда майам шучи. Повторяйте, пожалуйста. Перевод по словам. Ришая. Великие мудрецы, ду-духу, надоили, девин, из земли, индриешу, в чувства, атха, затем, саттама, о видура, ватсам, в теленка, брихаспатим, мудреца брихаспати. Критва. Обратив. Паяха. Молоко. Чханда моим. В форме ведических гимнов. Шучи. Чистые. Перевод. Обратив брихаспати в теленка, очувствовав сосуд для молока, великие мудрецы собрали в него все виды ведического знания, чтобы с его помощью очистить ум, речь и слух. Речь, ум и слух. Комментарий Шивапады. Брихаспати является жрецом райских планет. Заботясь о благе человечества, великие мудрецы с помощью брихаспати получили ведическое знание, приведенное в встроенную систему, и передали его обитателям не только этой, но и других планет Вселенной. Иначе говоря, ведическое знание является одним из обязательных компонентов
человеческая цивилизация. Если люди будут заботиться только об удовлетворении своих телесных потребностей, ограничив свою деятельность выращиванием зерна и эксплуатацией материальных ресурсов, на Земле никогда не будет процветания. У людей должна быть также пища для ума и для слуха. Кроме того, они должны как-то удовлетворять свою потребность говорить. Трансцендентные звуки Махамантры Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе, представляют собой квинтэссенцию ведического знания. Поэтому, если в Кали-югу люди будут регулярно повторять и слушать Махамантру Шраванам и Киртанам, это очистит все сословия и классы общества, и люди смогут обрести как духовное, так и материальное счастье. Ом агьяна тимиран хасья гьянанджана шалакая чакшурам милитам яна тасмай шри гураве намаха ричайтанья манобиштам стапитам яна бутале ваям рупа кадамахьям дадати свападантикам вандихам шри гуру шри юта падакамалам шри гурун вайшнавам ша Шри Рупам Саграджатам Сахагана Лалита Шри Вишакханвитам Ша Хе Кришна Карна Симхо Дина Банха Джагатпати Гопиша Гопика Канта Радда Канта Намастути Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаванешвари Вришабхану Суте Деви Пранамами Хари Прие Ванча Калпа Тарупьяща Крипа Синкупья Эвача Патитанам Павани Пьо Вайшнави Пьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гадатхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Обратив брихаспати в теленка, чувствовав сосуд для молока, великие мудрецы собрали в него все виды ведического знания, чтобы с его помощью очистить речь, ум и слух. Йога, она предназначена для того, чтобы подчинить себе чувства и ум, и для этого нужно очистить ум, чтобы он стал чистым, то есть в нем, чтобы не было беспокойств, тогда им легко управлять. Если конь, он такой беспокойный, все время встает на дыбы, это тяжело им управлять. Ум должен быть очищен. То есть изначально чистое состояние сознания. Вот мы тут неделю назад я лекцию давал. По-моему, я об этом говорил, как вот происходит творение, и там вначале возникает чистое сознание вот, из Махататвы, и потом дальше проявляются разные элементы. И цель ведического знания – вернуть нас в изначальное чистое состояние сознания, в котором мы лицом к лицу сможем видеть Верховную Личность Господа, служить Ему. Цель вед – привести нас к Кришне. Кришна говорит в Бхагавад-гите, я являюсь целью вед. Цель вед – постичь меня. Даже повторение Махамантры на уровне Нама Абхаса, когда еще святое имя полностью не проявилось, а только лишь как бы лучик святого имени достигает души. Даже повторение на таком уровне способно даровать человеку освобождение.
То есть освобождение от всех материальных желаний, достижение какого-то трансцендентного уровня осознания, осознания Брахмана, можно достичь, просто повторяя святое имя Господа, еще некачественно на уровне намабхасы. Даже в священных писаниях говорится, даже если вы без веры произносите святое имя, то есть кто-то может получить такое благословение от святого имени, он его случайно произнес, и как-то не имея веры, не специально, не призывая Господа, чтобы он изменил его жизнь, чтобы он занял преданным служением. То есть, когда мы повторяем Хари Кришна мантру, мы повторяем святые имена, и этой Маха мантры, этой великой мантры, у нее есть перевод, что Господь, энергия Господа, пожалуйста, займите меня служением. И человек какой-то, он может случайно как-то повторить святые имена и получить такое благословение от святого имени. Оно в Кали-югу, святое имя особенно могущественно, это вид, это юга-дхарма для нашей эпохи, то есть главная обязанность человека в эту эпоху повторять святые имена Господа, так достигается все, что в предыдущие эпохи достигались другими видами религиозной деятельности, такими как совершение жертвоприношений, медитации или поклонение божествам. В сатья-йоге люди занимались медитацией для достижения духовного совершенства, в трета-йогу совершали яги, очень такие сложные ведические церемонии, яги. В двапара-йогу главным методом достижения духовного совершенства было поклонение божествам. И сейчас то же самое Кали-юга достигается за счет повторения Хари Кришна Махамантры. Итак, здесь Прабхупада в комментарии говорит, что трансцендентные звуки Хари Кришна Махамантры — это квинтэссенция ведического знания, то есть вся суть ведического знания. В Бхагавадгите Кришна говорит, что идти по путем санхи, по путем как бы и по путем идти путем санхи, путем развития духовного знания, или идти путем карма-йоги, то есть бхакти-йоги, путем преданного служения, результат будет один и тот же. И в комментарии Шрила Прабхупада объясняет, значит, один путь предполагает, что мы должны найти корень всего сущего. С помощью вед мы узнаем, что корень всего сущего – Кришна, что Он – Верховная Личность Бога, Тот, из Которого все исходит. Веданта Судра в самом начале говорит об этом. Адхато Брахма Джигьяса. Как там? Джанмадясия Ятага. Пришло время вопрошать об Абсолютной Истине. Абсолютная Истина – это то, из чего все исходит. То, из чего все исходит, это Верховная Личность Бога. И веды предназначены для постижения этой Верховной Личности Бога. И в Бхагаватам описывается в самом начале, когда мудрецы Наймишарани собрались в начале Кали-юги совершать тысячелетнее жертвоприношение через Шраванам Киртанам. Пришел Сута Госвами, и они предоставили ему Вьясасану и задали ему вопросы об Кришне, о Кришне, об Абсолютной Истине. И один из этих вопросов был: коротко нам, пожалуйста, объясни, в чем суть всех писаний. Священные писания, веды, они настолько обширны, там много разных разделов, и изучать их требуется какая-то квалификация. Человек должен быть квалифицирован, чтобы изучать веды. Обычно это брахманы, то есть уже должна быть определенный уровень сознания, уровень гуны благости, чтобы изучать веды. Но в чем же суть священных писаний? Девиз «Вед, пускай все станут счастливы». В чем же самая суть? Можно ли выделить самое главное? Если мы будем следовать самому главному из вед, то мы достигнем цели вед. В чем же суть? Они спросили Суту Госвами, и отвечаем
Сута Госвами, он стал рассказывать им Бхагаватам, который он услышал от Махараджи Парикшита. И отвечая им на их вопросы во второй главе Бхагаватам, он говорит, что высшая дхарма, высшее занятие для всех людей, это такое занятие, которое приводит их к чистому преданному служению. Если это преданное служение будет чистым, то есть без корыстных мотивов, ахайтуки апратихата, и непрерывным апратихата, то оно полностью удовлетворяет душу. То есть вот девиз свет, пускай все будут счастливы, но чтобы нам стать счастливыми, недостаточно материального счастья. Здесь Шри Прабхупада говорит, что если мы повторяем Махамантру Хари Кришна, это очищает любого человека, не только брахмана, но и шудру, и человека ниже шудры. Если он повторяет мантру Хари Кришна, она такая могущественная, в ней все веды, в ней вся суть вед. Это она сама и представляет собой суть вед. И каждый будет очищаться, независимо от квалификации. И она дает как материальное, так и духовное счастье. Но этого материального счастья недостаточно. Итак, чтобы по-настоящему стать счастливыми, нужно стать счастливым прежде всего на духовном уровне. Это цель человеческой жизни. Животные, растения, насекомые, микробы и прочие формы жизни, они могут, и им это не дано, быть счастливым на духовном уровне. Только за редким исключением, когда какую-нибудь там собаку одарит своей милостью великий преданный Господу или сам Господь, тогда там собака тоже начнет повторять Хари Кришну и будет танцевать в экстазе. И такие случаи были. Как собака, которая привязалась к преданным, которые совершали паломничество из Бенгалии в Джаганатхапури, Шивананда Сен возглавлял преданных, и за ними стала идти собака. И Шивананда Сен, он стал заботиться об этой собаке, чтобы ее кормили, даже платил за нее, чтобы ее на лодке переправляли на другой берег. И собака шла за преданными. И в конце концов она потерялась. Он полдня потратил, чтобы искать эту собаку. Разослал преданных повсюду, чтобы они поискали ее. Вот. Но так и не нашли, когда они пришли в Джаганатхапури, этот пес уже был там. Он сидел рядом с Господом Чайтанья и кушал остатки. Господь Чайтанья бросал ему куски кокосового ореха. То есть сам Господь давал этой собаке просад. И, по-моему, там Хари Кришна пел, нет? Но есть еще другая история, когда у Господа Чайтанья, когда он был маленький, был щенок, и этот щенок, потом его видели. Он тоже, его мама Шачи выпустила, чтобы он убежал куда-нибудь, чтобы Господь Чайтанья не игрался с этими собачками. Для брахманов нехорошо держать животных дома. И этот щенок убежал, и все видели, что он стоял на задних лапах, волосы на нем дыбом, и он в экстазе пел «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе». То есть он даже не относился к категории людей. И на него подействовал. Но это общение с самим Господом. Так вот, мантра Хари Кришна, она не отлична от Господа. И суть писаний в том, чтобы понять эту Хари Кришна Махамантру. Если Суда Госвами объясняет, значит, что высшее занятие – это то, которое приводит на уровень чистого преданного служения, то в Кали-югу это занятие, которое приводит на уровень чистого преданного служения, это повторение Хари Кришна мантры в обществе преданных. Общество преданных очень важно. Я недавно читал книгу Према Виварта Джагадананды Пандита. Он особенно подчеркивает, он обращается к читателю. Он говорит: «Я со слезами на глазах прошу вас, пойте Хари Кришна и поклоняйтесь этой мантре Хари Кришна, поклоняйтесь имени Господа, воспевайте имена Господа, и, пожалуйста, служите преданным и
служите всем преданным и будьте просты умом, когда вы служите преданным. То есть он несколько раз подчеркивает, что нужно быть простым умом, то есть шаралата. Это, ну, насколько я понимаю, то есть не видеть преданных недостатков, если сказано, что преданный Господа, любой, кто служит Господу, он преданный. Не нужно видеть в них недостатки, нужно видеть, что они дороги Господу, и поэтому нужно с простым умом, не обращая внимания ни на какие недостатки, смотреть только на хорошие качества преданного и служить ему. И так мы получим милость Святого Имени, милость Господа Читания. И дальше Сута Госвами сказал тот стих, который Ачарьи относят вот, к ответу, уже непосредственно к ответу на вопрос о том, в чем суть Писаний. Сута Госвами говорит: Васудеви Бхагавати Бхакти Йога Прайожитага Джанайт Ашу Вайрагьян Гьянам Чая Дахайтука. То есть в этом стихе говорится, что преданное служение Господу само по себе приводит к отречению и к благодаря преданному служению Господу само по себе возникает трансцендентное знание и вслед за ним отречение. То есть для того, чтобы заниматься преданным служением, не нужны какие-то другие методы. Чтобы прийти к чистому преданному служению, не нужно практиковать гьяну, имеется в виду развивать вот это, даже специально как бы пытаться развить это знание, пытаться развить это осознание, что я не тело, трансцендентное знание, что я дух, брахман. Это не нужно специально делать. Просто достаточно заниматься преданным служением Господу, и это осознание, оно придет само, и вслед за ним, благодаря тому, что человек занимается преданным служением, очищается его сердце, то есть материальные желания уходят, и естественным образом приходит отреченность, которая называется виракти, естественная отреченность. Сердце ушли материальные желания, и не практикуя какие-то специальные аскезы, вайрагию, отреченность, преданный становится отречен, потому что он испытывает высший вкус общения с Господом, со Святым Именем. И почему этот стих считается ответом на вопрос, в чем суть Писания? Потому что в нем говорится, вот преданное служение, оно самое высшее. Если вы практикуете преданное служение, то автоматически возникает и гьяна, и вараги, то есть то, к чему стремятся гьяни, которые считаются значительно выше по уровню, чем карми, те, кто следует ведам для достижения материального счастья. Гьяни, они стремятся к духовному самоосознанию, осознать себя как душу. Проблема в том, что их знание не полно, они следуют имперсональным трактовкам вед и пытаются постичь себя просто как душу вне связи с Кришной. На самом деле осознать себя как душу, Шрила Прабхупада говорит, это высшее, самое высшее, что может быть. Это уровень самосознания, самосознание, то есть осознать себя. Но осознать себя именно как душу, как частичку Бога, как вечного слугу Кришны. Выше этого осознания ничего нет. А если кто-то просто осознает себя как душу, имеется в виду как брахман, я дух, я отличен от материи, поэтому мне работать не надо, материальная деятельность прекращается. И у преданных тоже прекращается материальная деятельность, но они работают очень активно. Потому что их деятельность, их работа становится духовной, приносящей духовное счастье, и когда сознание постоянно сосредоточено на духовном, когда в сердце, когда получается, благодаря преданному служению обретается милость Господа. Бхагавад-гите говорится, прасадам адхигачхати, прасадам переводится как милость, или как спокойствие ума. Ну, по милости Господа обретается такое сознание, очень умиротворенное и привязанное к Кришне.
Бхагавад-гите в 5 главе говорится, что тот, у кого ум сосредоточен на Кришне, чей разум направлен на Кришну, кто полностью принимает прибежище только у Кришны, все его надежды на Кришну направлены, вся его вера направлена на Кришну, тот достигает освобождения. То есть вот это так действует преданное служение. Нужно сосредоточить все свое сознание на Кришне. Поэтому, когда мантру повторяем, Хари Кришна мантра – квинтэссенция вед, можно изучать веды, а можно принять на веру от духовного учителя. Ну, конечно, для этого тоже нужно слушать духовного учителя. Причем регулярно нужно слушать преданных наших духовных учителей. Есть шикша-гуру, те, от кого мы получаем знания, слушаем Кришна-катху. И один из таких шикша-гуру дает человеку посвящение, становится его дикша-гуру. И регулярно слушаем духовного учителя, преданный развивает понимание. Очень важно понять, что святое имя не отлично от Кришны. Майавади не имеет этого понимания. Их понимание, что святое имя отличается от Кришны. И Кришна сам это не есть Брахман. Кришна это некая форма, которую принимает Брахман, приходя в материальный мир. И это форма из гуны благости. Это материальная форма. Такова философское заблуждение Майавади. Когда Господь Читания, это описывается в 7 главе Адилила Читания Чаритамрита, беседовал, там описывается, как он беседовал с Пракашанандой Сарасвати и Майавади в Бинаресе. Он объясняет, что это не вина Шанкарачарьи, что он дал такую философию, что он ввел в заблуждение и интерпретировал Веданту Сутру таким вот образом, что Брахман – это есть абсолютная истина, и вот, а Бхагаван – это форма из гуны благости состоящая. Вот. Это не его вина, потому что он выполнял. Он слуга Господа, и Господь послал его, чтобы он принес на землю такую философию. И тем самым множество людей не стали сбиты с толку. Это не его вина, он действовал по велению свыше. Но тем не менее, те, кто будет следовать его философии, они будут сбиты с толку. Шанкарачарья – воплощение Господа Шивы. Господь Шива повелевает Тамагуну, и Тамагуна там очень искусно вкраплена в его философию. То есть там невежество. Все в материальном мире пребывают в невежестве. Освободиться от этого невежества – это цель человеческой формы жизни, достичь освобождения. А следуя философии Майявады, люди, они остаются в невежестве, не могут достичь совершенства. И преданный, понимая, слушая истинного духовного учителя, он понимает эту очень важную истину, что абсолютная истина на духовном уровне там не отлично. На духовном уровне есть имена, есть формы, есть качества, есть деяния. И эти имена, формы, качества и деяния Господа не отличны от Него самого. Поэтому в святом имени заключен сам Кришна, Его формы, качества и деяния. И сосредотачиваться можно, как в Бхагавад-гите сказано, тот, кто сосредотачивает свой ум, разум, веру, надежду на Господа, он достигает освобождения. Сосредотачиваться можно просто на святом имени. Это суть всех писаний. Имперсоналисты, философы, майявади, они постоянно, значит, практикуют изучение Веданта Сутры. Они критиковали в Бинаресе Господа Читания за то, что тот саньяси принял саньясу, должен, причем в наше сампрадайе принял Сампрадая Шанкарачари, и не изучает Веданта Сутру, как все мы по традиции изучаем, чтобы понять высшую абсолютную истину. Но можно изучать эту Веданта Сутру, а можно держать на языке суть. Веданта Сутра – это же как бы
говорится, сутры, содержащие суть вед. Веда анта. Анта – это как бы заключение, конечное заключение вед. И в этих сутрах смысл вед. А можно держать на языке суть вед. Святое имя – квинтэссенция вед. Это не означает, что преданные не должны изучать веданта сутру. Тут есть две крайности. Сахаджеи говорят, не нужно изучать ничего. Те, кто изучают веды, те, кто изучают веданта сутру, это гьяни, это не преданные. Мы преданные, мы только поем Хари Кришна и танцуем, как сумасшедшие, и все, и мы не изучаем никаких писаний. Это две крайности. Одна крайность – сахаджи, не хотят изучать философию. Другая крайность – философы, имперсоналисты. Они только вот через изучение вед хотят познать Господа. И размышляя, для этого нужна квалификация, нужен разум. Пытаются постоянно погружаться, сосредотачиваться на этих формулах ведических писаний, анализировать, размышлять, погружаться, как бы целую стройную систему, построить эту стройную философию, потом следует этой философии, то есть от всего материального нужно отрекаться, совершать суровые аскезы, и таков путь гьяны, чтобы в конце концов осознать себя как душу. Но преданное, и причем этот путь Кришна называет Бхагавадгите сопряженной страданиями, сопряженной со страданиями. Клишо дхикатарас тышам авьякта сакта четесам. Для обусловленной души очень трудно идти этим путем, путем познания непроявленного, там говорится. А метод повторения Хари Кришна очень простой. Даже ребенок может повторять эти звуки Хари Кришна Махамантры. Вот. И они будут очищать наше сознание. Но задача не просто повторять Хари Кришну, не просто достичь освобождения. Святое имя даже нам Абхаз дарует освобождение, дарует, согласно Харинама Чинтамни Бхактивинода Такура, Святое имя нам Абхаз может даровать любое материальное благословение. В Читании Чаритамрити описывается, как на одном собрании это как собирали вайшнавов, отец и дядя Рагхунатх Даса Госвами, и там присутствовал Харидас Такур и другие брахманы. И возник спор между Харидасом Такуром, который вот прославлял святые имена, он говорил, что даже тень святого имени способна даровать освобождение, и одним брахманом, Гопал Чакраварти его звали, который был на работе у этих манджумдаров, отца и дяди Рагхунатха Даса Госвами. И между Гопал Чакраварти и Харидасом Такуром возник спор. Тот, слушая прославление святого имени из уст Харидаса Такура, стал очень дерзко возражать Харидас Такуру, что этого не может быть, это твои выдумки, как это тень святого имени, то есть просто подобие святого имени способно даровать освобождение. Он сказал, что если святое имя он сказал Харидас Такуру, что ты не прав, и как-то он устал оскорблять его, говорит, что я тебе нос отрежу за твои слова, за то, что ты так искажаешь истину священных писаний. Вот и так он оскорбил Харидаса Такура, его выгнали из этого собрания, и из-за этого оскорбления он заболел проказой, и через 3 дня его нос, он, ну, там из-за проказа там начинается гниение кожи, его нос, он просто сгнил. Такая
Вот произошла история. И Харидас Такур, он при этом смиренно отвечал Гопалу Чакраварти, что если святое, если тень святого имени не способна даровать освобождение, я сам себе отрежу нос. То есть преданные очень смиренно себя ведут, и они слушают священные писания для того, чтобы постоянно помнить о Кришне. Они слушают философии, которые поведал Господь Кришна, и повествование об играх Господа. И самое главное, в Кали-Юге они повторяют святые имена Кришны. И здесь в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что святое имя может даровать как духовное, так и материальное счастье. То есть люди могут обрести все необходимое в Кали-Югу таким простым методом повторения Хари Кришна. Столько много забот у людей, у тех, у кого семьи, они трудятся, зарабатывают деньги, воспитывают детей, там нужно ремонтировать квартиру, стирать, заботиться о пожилых родственниках. Так много забот. Но повторять хотя бы 16 кругов Махамантры в день с верой, это дает решение всех проблем. И здесь еще Шрила говорит, как духовное, так и материальное счастье обретается. Бхагавад-гите и в других писаниях говорится об этом, что преданное служение дает не только вот духовное и отнимает все материальное. Нет, запросто можно и материальное счастье получить. Причем часто так и бывает, что люди, которые стремятся, дайте мне поскорее материального счастья, если они не развивают истинной преданности, могут вот так вот получить его очень быстро. И это будет препятствием на их пути. Но в любом случае лучше просить материального счастья у Кришны, чем обращаться к поклонению полубогам. Потому что если люди обращаются к Господу, то уже Господь, Он контролирует, что им дать. В любом случае, даже то, что полубоги дают, они не дают это сами. Всем управляет Кришна, и полубоги это дают от имени Всевышнего Господа. Если непосредственно человек хочет получить чего-то у Кришны, то Кришна контролирует это, и Он не дает материальных благословений тому, кому эти материальные богатства, материальное процветание может помешать. Если он видит, что кто-то преданный его, и при этом, ну, есть какие-то материальные желания, он не спешит дать ему материальное богатство, чтобы это не стало препятствием. Но и это описывается в главе книги о Кришне, в 81 главе, где описывается история, как Брахман Судама получил от Кришны это благословение. Он вернулся из Двараки и увидел, что его жалкая лачуга превратилась в дворцовый комплекс, там парки, пруды, все очень прекрасно и очень богатые эти дворцы, украшены, колонны украшены драгоценными камнями, множество слуг. Такое благословение получил Брахман Судама. Он пришел просто встретиться с Кришной, со своим старым другом, которого он так давно не видел. Он не стал у Кришны ничего просить. И Кришна очень радостно встретил его, и как брахману, и как гостю. Кришна омыл стопы Судаме, посадил его на собственный трон в этом баснословно богатом дворце Двараки, украшенный бриллиантами трон, он сажает туда Брахмана Судаму, моет ему стопы. В Рукмини его супруга помогает ему омывать стопы Брахмана Судаме. И потом Кришна разговаривает, сердечные разговоры, они вспоминают со своим другом приключения, которые у них были в детстве, в Гурукуле. И он видит, что там кулечек с дутым рисом где-то из-под
Чадара высовывался у Брамана Судама. Он не решался Кришне там на фоне этого всего богатства какой-нибудь там дутый рис дешевый предложить как подарок. Но ведическая культура такова, что ну, в гости идешь, что-то нужно подарить. Он взял какой-то подарок, но у него ничего не было, он нищий был. И Кришна увидел этот дутый рис, выхватил у него и стал кушать. О, спасибо тебе, я так давно не ел этот дутый рис. Это ж такое вообще замечательная вещь. И он стал есть его. Как только он одну горсточку съел, потянулся за другой, Рукмини остановила его и сказала: «О, Господь, ты так любишь своих преданных, ты, несомненно, одаришь всеми богатствами его уже за эту горсточку риса. Поэтому, я думаю, тебе достаточно». И я зачитаю там абзац из источника вечного наслаждения. «О мой господин, этой горстки рисовых зерен достаточно, чтобы тот, кто поднес ее, разбогател в этой жизни и остался богатым в следующей». Если кто-то в этой жизни богат и не занимается преданным служением, когда-то он угодил Господу, угодил преданным и стал богатым, и уже не занимается преданным служением, он своего достиг, но все еще богат по инерции. «О Господь, ты так добр своему преданному, что эта горсточка риса полностью удовлетворила тебя и доставила тебе ни с чем не сравнимое удовольствие. Преданный, который сумел угодить тебе, будет процветать и в этой жизни, и в следующей». Это Шубрупада пишет в книге Кришна. «Это значит, что когда угощение предложено Господу Кришне с любовью и преданностью, он с радостью принимает его от преданного. Тогда Рукмини Деви, богиня процветания, чувствует себя настолько обязанной преданному, что сама приходит в его дом и превращает его в самый богатый дом в мире. Если кто-то угощает Нараяну вкусными явствами, Лакшми, богиня процветания, становится частой гостьей в его доме, и вместе с ней в дом приходит богатство». Так что если преданные еще не разбогатели, терпите, продолжайте повторять махамантру, подносить пищу Господу, самую лучшую пищу, приготовьте с любовью для Кришны. Просто преданный, Господь, он ждет, когда преданный станет готов, чтобы использовать богатство, использовать энергию Господа для служения Ему. Здесь в этой главе Бхагаватам в комментариях Шрила Прабхупада объясняет, что земля, ее зовут по-другому Васудхара, та, которая все дает. И все, что можно получить из недр земли, все, что можно получить с ее поверхности, все эти богатства, они предназначены для служения Господу. Если кто-то использует их для чувственного наслаждения, это препятствует самоосознанию. И видя, что кто-то преданный и служит ему, Господь хочет сделать его полностью счастливым, не дать ему счастье на уровне тела, на уровне ума, а счастье на уровне души. Это «Янатма супрасидати». Он хочет даровать ему чистое преданное служение, даровать ему себя в форме святого имени. Для этого он не дает то, что будет препятствовать. Если незрелому преданному дать богатство, он может привязаться к нему и забыть о преданном служении. Как Шрила Прабхупада сравнивает это, что человек не дает маленькому ребенку деньги. И даже вообще детям очень ограничено следят там, сколько им давать денег, так же как шудрам не дают деньги, детям не дают деньги. Вот. Но когда сын вырастает, то отец отдает ему все то, чем он сам владеет. То есть нам нужно стать серьезными преданными, тогда Кришна даст сколько необходимо, но это уже не нужно будет преданному для счастья. Он будет счастлив внутри. И от полубогов же можно
давая им взятки, служа полубогам, можно получить богатство быстро и уйти с пути духовного совершенствования, с пути служения Кришне. На этом мы остановимся. Итак, здесь говорится очень важный момент. Шри Гурупада объясняет в комментарии, что святое имя – это суть всех вед. И одновременно преданные, они должны повторять святое имя и регулярно читать книги Шри Гурупады, слушать лекции духовных учителей. Да, тогда это принесет плод совершенства в преданном служении. Есть ли какие-то вопросы? Да, Антон. Можно микрофон? Спасибо. Вы вот упомянули, что нельзя впадать в крайности. Я хотел спросить, вот зачем нужно изучать Священное Писание? То есть в этом контексте, чтобы не уходить чисто. Ну, Этот Шримад Бхагаватам – это звуковое воплощение Кришны. Священное Писание, когда мы читаем, то мы погружаем свое сознание в духовные темы. То есть темы, связанные с… Это описание и игры Господа, либо Его слова, они не отличны от Него. То есть сознание сосредоточено на духовном, это освобожденный уровень сознания. И таким образом… Чтение книг Шри Гурупады является духовной деятельностью, является преданным служением. Когда мы читаем книги под руководством духовного учителя, то есть читаем столько, сколько духовный учитель хочет, чтобы мы читали, читаем то, что он хочет, чтобы мы читали, то мы получаем милость представителя Господа. Он доволен. Поэтому мы должны узнать, как духовный учитель, какие его рекомендации, чем нам нужно заниматься, и стараться изо всех сил найти время, чтобы каждый день, если кто-то очень занят, ну хотя бы тексты, комментарии из Бхагавад-гиты прочитать и пару страничек из источника вечного наслаждения, из Бхагаватам что-то почитать. Каждый день, если мало времени у человека, если он такой очень занятой, то хотя бы немного в день читать, но потом… Ну, как бы во время чтения жадно вобрать это свое сознание, и потом размышлять об этом в течение целого дня. То есть заниматься какими-то другими делами, но все время помнить, что я сегодня услышал. Можно также, помимо чтения, очень помогает техника плеер воткнуть в уши, и, когда едешь в транспорте или еще где-то, слушать Кришна-катху и эти аудио. Записи есть, когда книги уже начитаны, какие-то книги уже начитаны, можно слушать их в аудиозаписи. Ну, также важно читать. Преданное служение, оно очищает сердце, то есть мы очищаемся, когда читаем книги Шри Прабхупады. Еще какие-то вопросы? И развиваем привязанность к Кришне. То есть две вещи одновременно. Привязанность к Кришне и уходит материальная привязанность, очищение сердца. Скажите, вот говорили про того, у которого нос там стал отваливаться. Он что, потом полностью у него отвалился этот нос? Или как-то там, как там дальше история-то продолжается? Или половина носа отвалилась, а половина еще болталась. Я не знаю. Еще вопрос. Вот вы говорили, что надо относиться к недостаткам, не замечать недостатков преданных. Но если вот преданный, допустим, там пьет, курит, ворует, там кого-то грабит, насилует, убивает, вот как к этому относиться? Вы прям такого преданного видели? Вам повезло. Ну, бывают такие. Такую редкую личность встретили. Преданный его так себя ведет. Или ничего не хочет делать вообще, бездельник там сидит. Ну, есть преданные разного уровня. Надо относиться со страданием к тем, кто не развил, не поднялся до какого-то более высокого уровня. И стараться подняться им до этого, стараться помочь им подняться до этого более высокого уровня. То есть Мадхьяма Адхикари, он проявляет сострадание
к обычным людям и к тем, кто меньше знает, чем он. То есть, поэтому проповедь означает увидеть искру желания служить Кришне, заметить эту искру в человеке или в другом живом существе и постараться эту искру раздуть. То есть в этом, тогда мы можем, как вы спрашиваете, как относиться. То есть наилучший подход – это как матья-матикари относиться. То есть иметь горячее желание помочь такому преданному подняться на более высокий уровень. Вот. Если же мы просто им пренебрегаем, мы ошибаемся. Матья-матикари пренебрегает завистниками. Он пренебрегает теми, кто противопоставляет себя преданному служению. Даже если есть преданные, их качества еще очень низкие. И ачарьи рекомендуют избегать близкого общения с ними. То есть если мы не чувствуем себя квалифицированными, не чувствуем вдохновения подойти этому человеку как-то помочь, не нужно о нем плохо думать, если он недостаточно продвинут в преданном служении. Нужно видеть в нем позитив, то, что он уже начал служить Кришне. Со временем, если он будет продолжать, он очистится. Тут еще вопрос. Прабхупада говорил, что если... Мы не можем сейчас больше вопросов отвечать. Меня просили в 9 часов закончить. Если у вас есть вопрос, мы можем лично с вами поговорить. На этом остановимся. Грантара Чримад Бхагаватам Ки Джай, Шибхупада Ки Джай, Нитай Гаура Премананда.